Здравствуйте, дорогие участники фестиваля конкурса Golden Time. Хочу поздравить, как обычно, победителей. Коротко о наших результатах. Пройдусь по всем категориям. Академический вокал, категория 11-14 лет. Участники, которые мне понравились больше всего, София Зуева. Было несколько номеров, но я отметила старинную арию. Ефим Рабинович, чувственное исполнение сложной песни. 15-19 лет, Роман Арабаджи, Яна Марко. Over 20, Анастасия Лимар, прекрасное исполнение с Вор Анджелика и Валерия Бойченко. Номинация поп-вокал с 11 до 14 лет, Александра Гурева, Анна Юркевич. Чуть-чуть нужно обратить внимание, Анна, на дикцию. Было несколько номеров, хорошие, качественные, но дикция чуть-чуть страдает. Эмилия Каменьева в разных ракурсах себя представила, и комические, и трагические. Песни мне понравились, и хорошее исполнение с пониманием, с отношением, с собственным «я». Горденко Юлиана. Следующая номинация – фольк-вокал. Николь Фишкин, 8-10 лет. Ефим Рабинович опять себя проявил в фольк-вокале. И в вокале мне очень понравилось исполнение народной песни. Over 20 – Мангуш Аким и Виталий Саламаха. Оба очень достойные профессиональные выступления. Вокальный ансамбль «Выше радуги» с песни «Circle of Life». Очень красивое, оригинальное решение. Молодцы, ребята. Еще раз поздравляю победителей. Желаю всем участникам дальнейших успехов, побед и новых творческих проектов.